Завершилась акция по взысканию задолженности с крупнейших должников, индивидуальных предпринимателей. В течение месяца сотрудниками Пенсионного фонда и отдела службы судебных приставов проводились рейды, в процессе которых выявлялись самые злостные неплательщики. У нас зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, у него очень большая задолженность, около 87 тысяч. Мы просим, чтобы вы передали уведомление, чтобы он к нам подошел, потому что взносы сейчас очень большие. Если он не ведет предпринимательскую деятельность, пускай подойдет к нам и закроет свою деятельность, конечно. В республике насчитывается 56 тысяч индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по страховым взносам с общей суммой долга, превышающей 2 миллиарда рублей. Некоторые чистопольцы также входят в число злостных неплательщиков. В ходе месячника, как сообщают республиканские СМИ, был проведен розыск имущества должников, полученной информации из банков об их счетах. Рейды же проводились не только по адресам проживания предпринимателей, но и по всем торговым и производственным точкам. По дорогам республики неплательщики выявлялись с использованием дорожного пристава. В настоящее время усилена работа по временному ограничению выезда должников за пределы России в период отпусков.